сегодня проходят дни открытых дверей Сочи Эдишн. Сочи Эдишн – это уникальная ограниченная серия автомобилей, которая выпущена в преддверии Олимпийских игр в Сочи, где как раз Volkswagen является генеральным партнером. Пришли прокатиться на машинке тест-драйв. Смотрим, сейчас пойдем. Новую покупку автомобиля, и вот так в наше поле зрения попал Volkswagen Amarok, поэтому хотим опробовать. Давно ездим на Volkswagen, и Amarok — это новая машина, как бы хотелось попробовать. Потому что он самый надежный, самый красивый, и мне очень нравится. Volkswagen как народный же автомобиль. Той идеологии, которую я вкладываю в автомобиль, который будет у меня, меня устраивает автомобиль Amarok. Я не согласен с тенденцией последних 2 лет на белый цвет автомобилей. Ну, как бы, я считаю, что это не совсем мужской цвет. Ну, вот в такой раскраске я бы, как мужчина, я бы сел за руль. Привлекли, как бы, сейчас обновленные диски в этой серии появились. Появилась красивая консолька, симпатичная, внутри автомобиля. Мы сами обладатели автомобиля Polo, как бы, есть чем сравнивать. Здесь достаточно очень симпатично, как бы, все сделано. То есть интерьер и внешний вид автомобиля. Сегодня с какой целью сюда пришли? Еще один автомобиль? Нет, просто еще раз посмотреть на все это чудо и, как бы, ну, поучаствовать в празднике. Изменен дизайнерский вид самих кресел как раз таки. Как вы видите, они отличаются цветом, да? Также это специальное обозначение Sochi Edition на пороге. Ну и, естественно, тот пакет опций, который, грубо говоря, не передать по телевизору, который можно ощутить только, когда уже ты находишься внутри автомобиля. Под каждый автомобиль сделан подбор своих определенных опций. Естественно, на Polo Sedan это один пакет, на Jetta другой, естественно, на Tiguan это третий пакет опций. Polo Sedan Comfort Line. Отличительная его черта, и как раз таки это полноразмерные литые диски, которые в комплектации Comfort Line невозможны. Скажите, пожалуйста, такие автомобили по городу Уфе еще не ездят? Нет. Скажу сразу, что ездить они начнут уже с сегодняшнего дня, потому что у нас будет сегодня происходить перевыдача, так как, раскрою маленькую тайну, спрос на эти автомобили очень большой. Так как серия ограничена и хочется всегда выделиться в общей серой массе потока движения, да, имея, так скажем, автомобиль, который, как ты знаешь и все остальные знают, что ограничена серия, понимаете? То есть, ну и плюс, естественно, это специальное предложение по цене, которое делает эту покупку еще и выгодной. Удивило то, что много машин в наличии, то есть не надо ждать, пришел и купил. Сейчас вот будем выбирать. У нас машина Volkswagen Tiguan. Очень хорошая машина, мне очень понравилась. Она мягкая, идет прекрасно. Я сама водитель, поэтому вот я выбрала с комфортом машину. Преимущество – ручник очень хороший, не надо его дергать. Эконом-класс есть тут остановочные. Скоростная машина. Очень большой багажник как раз для женщин. Большая хозяйственная сумка. Высокая посадка, хоть куда можно заехать. Женщины же обычно на что-то наезжают. Но я вот с той целью, что можно проехать хоть что-то, хоть куда-то. Volkswagen делает уникальную акцию «Три шага до Сочи». Акция проводится с 3 июля по 15 декабря. Любой клиент, купивший автомобиль вот в данное время и зарегистрировавшись на специальных терминалах, которые установлены во всех дилерских центрах Volkswagen, автоматически включается в розыгрыш поездки в Сочи. Помимо, конечно, поездки в Сочи, там будет разыгрываться очень много других призов. Вот. Но основной розыгрыш состоится 20 декабря. И как раз результаты розыгрыша можно будет посмотреть на официальном сайте Volkswagen.